Беда. Я и кого десятил. Прием, прием. Ага, где-то он близко. Не попал. Так, скоро у меня будет эльфовая башня. Этих маленьких не поймешь. Так, ну где он там, этот полицейский? Ну что, доигрался? Поймал я тебя. Пап, мне тут Даня разрушил башню. Вы со своими войнушками идите отсюда. Милан, ну что ты так расстраиваешься из-за какой-то башни? Сейчас все построишь заново. Тьфу ты, делов-то. Да, и взрослые туда же. Хотя о чем я? Мальчишки же, эта башня будет лучше. Сюда еще один. Ну вот и готово. Где мои куколки? База, прием, прием, как слышно? Тут войнушки и даже не видел твою башню. Что у вас тут за спор, ребят? А я ничего. Папа и Даня мне тут башню рушат. Да я даже не увидел, мы тут с Даней играли в войнушки. Я побежал и, в общем, как-то наступил. Но она так круто упала. Да, Милан? Кому весело, а кому заново строить? Я вижу, вам тут нравится строить и рушить. У меня как раз для вас есть новая игра. Мам, что за игра? Сейчас покажу. Ребята, готово. Что готово, мам? Ты назвала? У меня все готово к игре. Вот вам молоточки, слушайте правила. Мы что, будем рушить эту башню? Вау, всегда мечтал что-нибудь бух. Да, ребята, вам нужно будет эту башню разрушить. А кто выигрывает и проигрывает? Сейчас мы по очереди будем бить по ней молоточком. Тот, у кого башня разрушится, вылетает, а мы начинаем следующий раунд. Кто выиграет в последнем раунде, тот и победитель. Я первый. Все отлично, первый Даня, потом Милана, я и папа. Давай, Даня, первый камушек. Давай еще раз вот эту штучку попробуй сломать. И... Теперь я. Ой! Все нормально. Теперь буду бить я. Так, попробуем эту. Ой. Мамочка! Стоит вроде бы. Пока да. А я бы так бас по ней всей, чтобы она так разлетелась. Нельзя, да? Нет, так нельзя. Ах, ладно. Давайте вот сюда, друзья. Бам! Ой! Бам! Ой! Папа! Да, что-то я уже много ударил. Ладно, Дань, теперь твоя очередь. Ребят, сейчас я. Давай, сильней! Вау! Молодец! Я попробую фиолетовые. Ой, мамочки! Никто не хочет, чтобы его башня разрушилась. Смотрите, как она стоит хорошо, она даже не шатается. Так, и куда же мне ударить? А давайте попробуем-ка первый этаж. И все готовы? Я попробую с первого раза. Раз, два. Ой, тебя башня шатается. Это точно. Первый этаж вообще рискованно разрушать. Мама! Нет, она шатается! Почему она не рушится? Нет! Все, мама, твоя попытка исчерпана. Мама, мне кажется, ты не смогла достойно... Первый этаж порушить, поэтому сейчас-ка я попробую. Так. Ну, посмотрим. Так. Пап, ну все, ты вылетаешь. Уходи. А мы будем переходить ко второму раунду. Слушайте, прикольно, а мне понравилось. Сейчас буду наблюдать, кто из вас победит.
Башня готова ко второму раунду, но сейчас будет сложнее. Обратите внимание, здесь нету нескольких кубиков. Это сделано, чтобы вам было сложнее. Даня, ты начинаешь первый. Ну пробуй, Даня, где будешь? Давай, давай. Давай сильней. О, о, молодец! Теперь я. Ух ты, с одного удара. Теперь моя очередь. Так, оп, оп, есть. Так. Даня, не надо, все, хватит. Так сильнее. Даня как будто гвоздик вбивает. Раз, два, Даня, раз, два. Мне кажется, попытки Дани закончились. Ну да, все. Ох, ничего себе! Посмотрите! Крыша висит, да? Посмотрите! Вот это да, тут целый кусок вот так торчит. Итак, раз, два, три. Ой-ой, все? Ну подожди, у меня три удара. Ой. Ну вот, кажется, я... Что-то ты перестаралась, мама. Перестаралась, да. Ты вылетаешь. Где мы будем? Третья башня еще более интересная. Теперь я. Кажется, кто-то быстро проиграл. Где меня? Хотя еще башня, знаете, у вас стоит устойчивая. Да, у нас осталось два этажа. У кого упадет этот этаж, кто-то проиграет. Я начинаю. У кого башня упадет, да, давай. Так. Эй, ты ж нам два раза! Ой, я забыла. Где я? Я ударить буду на середине. В середине хочешь Даня ударить? Ой, а здание-то стоит. Теперь я. Где ты будешь бить? Вот, нет, вот здесь. Ну все, собственно говоря. Мам, прикольная игра была, мне понравилось. Давай потом еще раз сыграем. Конечно, сыграем. Только с ребятами сначала попрощаемся. Кстати, Даня у нас сегодня победитель. Странно, маленький. А победил? Ставь лайк, если ты любишь рушить башни, как и я. И подписывайся на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока. Слушай, пап, мам, а давайте сфоткаем нашу башню для Инстаграма. Отличная идея. Только надо ее сначала построить.